Всем привет! С вами Рина Нинкён. Мы наконец-то тестируем гитару. Настал этот долгожданный момент. Давайте сначала вспомним, какая у нас спецификация. Здесь. Дека. Молчать. Дека. Махагон с двух кусков. Гриф тоже у нас махагон. Топ. Волнистый клен. Где-то 6-7 мм. Головка грифа. Тоже волнистый клен. Где-то миллиметра 2-3. 24 лада, Минзуро 25,5. Звукосниматели L500XL и SH1B. Этот развернутый, все как положено. Floyd Rose у нас Schaller Lockmaster. Шестиструнный. Что еще интересного? Колки не локовые, просто самые обычные в готах. В принципе, локовые здесь и не нужны, потому что у нас топ-лок. И это, наверное, по спецификации и все. Зачем там нам что-то больше надо? А, еще. Есть отсечка на этом звукоснимателе. Но как-то она меня не очень впечатляет. А сегодняшний сетап. По сути, беспроводной передатчик, который идет в процессор эффектов. Там у нас идет, вот на ноутбуке, не знаю, видно, не видно, пич, вах, драйв, бустер, по сути, эквалайзер. Потом идет на вход усилителя. Преамп драйв у нас здесь, самый главный. Выход опять идет на процессор эффектов. Там у нас идут всякие дилеи, эхо, самое главное, noise gate. Берет сигнал прям с гитары. Его используют как основной сигнал, а потом обрубают уже выходной сигнал. Ну, дальше энхансер и все такое. И пишу два микрофона, Shure SM57, и пишу прямой сигнал прямо вот со входа вот с этого вот. Так что можно будет вам самим послушать, сделать реампинг на ваш любимый звук. Постарался настроить, чтобы все уровни у меня были идентичные. То есть, как у нас идет на вход отсюда с гитары, так же и на выход с процессора эффектов. Давайте что-нибудь сыграем. В строе сейчас стоит стандарт D, то есть вот это D, Re. Весь остальной строй стандартный. Давайте возьмем чистый звук. Ну, конечно, это же бриджевый звукосниматель. Ты меня доконаешь сегодня. Я тебя заменю на провод, понял? Будешь глючить. Что же до впечатлений по гитаре, то первым, что мне вообще бросается на нее в глаза, вообще, как она ощущается, она очень сбалансированная. То есть вот мы ее на ноге располагаем. У нее центр тяжести примерно вот где-то здесь и есть. Прям очень интересно. Если ее вешать за ремень, у нас получается вот крепление ремня и вот крепление ремня. Когда ее вешаешь на ремень, ну вот так, допустим, поставим, она не перевешивает. У нее нет нэк-дайва. Да, но при этом она весит 4-6 килограмм. То есть это больше даже, чем мой вот этот Les Paul. Где-то он тут, да, вот он, Les Paul. Можете посмотреть, как я делал Les Paul. Он весит 4 килограмма. Это 4,6. Прям ощущается этот вес. Но с нормальным широким ремнем, в принципе, все нормально. Так.
гриф. По поводу грифа у меня есть некоторые вопросики. Во-первых, у меня такое ощущение, что он толстоватый. Но при этом он толщиной 21 мм, что на самом деле довольно тонко. И мне кажется, в этом виноват профиль. Профиль я сделал эллиптический. То есть у меня на выбор либо полукруглый, либо эллипс. И, судя по всему, именно вот эти вот щечки, сейчас покажу, не вот здесь по центру, а вот здесь по краям щечки, они создают дополнительный объем, из-за чего кажется, что гриф толстоват. Надо будет купить новые какие-нибудь цешки, дэшки, не знаю. Давайте что-нибудь еще поиграем. Сейчас у меня стоит гейн на чуть больше половины, безо всяких предусилителей. Давайте, кстати, выключим noise gate. То есть вот такой вот фон у гитары. Даже вот все. Ручки вот они. Довольно тихая. Как бы не жаловались на этот звукосниматель, но по итогу он весьма тихий. Вернем noise gate. Давайте гейн сразу сделаем максимум. Наверное, там была серединка. А сейчас максимум, что может этот усилитель. Это у нас noise gate. Так, стой, падла, опять ты... Грёбаная винда, ненавижу тебя. Вспомню ли я это соло? Так, а мы, например... Немножко научился это делать. Ну ладно. Теперь ноковый заканчиваем дилей. We'll be right back.
Да, особенность Ллойда, конечно. Давайте чистым поиграем. Вернемся на чистый звук. С отсечкой. И нековый звучок. Надо приглушить немножко. И давайте... А, ну конечно, как же наш любимый тест. Блин, подзабыл. Надо среднее положение поиграть. Для этого немножко накручу гейна. Возвращаемся к перегрузу. Я знаю, вы хотите услышать пантеру. Для этого у меня есть какой-то пресет. Сейчас найду. Компрессор. Да, кстати, давайте отключим noise gate. Вот так вот она фонит при дополнительном усилении по входу. Так, молчать.
Ладно, не будем мучить. Что у меня сейчас стоит? Компрессор. Да. Компрессор, предусилитель, эквалайзер. На выходе стоит гейт, энхенсер и реверберация. Здесь мы ревер чуть-чуть приберем. Там он нам не нужен. Что, этого достаточно? Ну или как в начале. Все время так и тянет сделать. То, что фонит, на самом деле нормально. Там здесь находится трансформатор, и он не экранированный. Ладно, давайте дальше Пантеру играть. Так, что мы еще можем? We'll be right back.
Ну, зверь, да. Да, конечно, играть пантеру мне сложно. Поэтому уж извините, что не получается. Я еще хочу попробовать поиграть серф на этой гитаре. Получится ли? Считать, что мы инструмент обозрели. Может, недостаточно, но
примерное понятие, как он звучит, теперь есть. У меня тоже теперь есть представление, как оно звучит и как может звучать мой самодельный ламповый усилитель на советских радиолампах. 6N2P EV! Так что всем спасибо, кто смотрел. Всем пока и всем добра. Дальше у нас будет небольшое видео про разбор косяков.